Всем привет! С вами вновь Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте крупнейшей ежегодной акции, которая проводится последний день и которая дает вам возможность получить от 50 тысяч рублей уже через 5 минут на опросах от крупных иностранных компаний. От каких именно компаний мы получим денежное вознаграждение, здесь не указано. Ни одного логотипа на сайте нет. Также здесь не указано, какая именно компания это все проводит. Сказано только, что это русскоязычный проект по проведению маркетинговых и социологических исследований в сети интернет. Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить свои данные и нажать «Участвовать в акции». Выполняется поиск и подбор вопросов от спонсоров, от каких-то мистических спонсоров, о которых нам не хотят сообщить, кто именно решил раскошелиться и выплатить нам просто такую вот немаленькую сумму денег, а именно 75 350 рублей. И это мне должны будут выплатить всего лишь за 6 вопросов. Нажму «Пройти опрос». Происходит загрузка подобранных для меня вопросов. Буду отвечать первый попавшийся ответ. Выполняется создание внутреннего счета для выплаты. Средства успешно зачислены на внутренний счет. Вознаграждение готово к выплате, но чтобы получить его, мне нужно совершить тестовый платеж на сумму 155 рублей. И с помощью этой оплаты происходит подтверждение платежных данных и что я реальный человек. Если нажму «Подтвердить платежные данные», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна оплатить 155 рублей. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay я нашла автора этого сайта, его ник Франклин, и в дополнительных ценах к его сайту присутствует платеж, который мы сейчас должны оплатить, подтверждение платежных данных для вывода 75 350 рублей. То есть эта сумма является фиксированной, кто бы ни зашел на этот сайт, ему будет начислена именно эта сумма, а не как указано на главной странице, что денежные средства вообще зачисляются не всем, а кому-то может не повезти, кому-то будут подарены скидки на различные товары. Но на самом деле это не так. Также, если вы заплатите 155 рублей, нужно платить будет 490, 790, 600, 890, 590, 990 рублей за различные платежи, конечно же вымышленные, и которые к выплате денег вас так и не приведут. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадем на сайт крупнейшей ежегодной акции без названия от неизвестной компании. И это подтверждает авторство Франклина. Также свой сайт этот автор продвигает еще и на сервисе ClickPay24, практически по тем же самым никам, с теми же самыми платежами и дополнительными ценами. Если перейдем по ссылке с этого сервиса, то также попадем на сайт крупнейшей ежегодной акции, только он будет отличаться названием домена и страницей оплаты. То есть, если вы будете оплачивать на том сайте какие-то платежи, то попадете не на такую страницу оплаты, а на другую от сервиса ClickPay24. Сейчас я оплачу 155 рублей, поставлю пока видео на паузу и возобновлю его, когда оплата будет зачислена. Я оплатила подтверждение платежных данных. Выполняется перевод средств на мои платежные данные. Во время перевода средств на мои реквизиты платежная система, через которую производятся выплаты, запросила комиссию. И теперь мне необходимо платить эту комиссию в размере 490 рублей. Если я опять нажму кнопку «Оплатить комиссию», то опять попаду на страницу оплаты, где должна заплатить очередной платеж, который уже на 490 рублей. Конечно, оплачивать я его не собираюсь, потому что этот платеж всего лишь второй в этом списке. И даже если я оплачу все эти платежи, свои деньги я не смогу получить. Потому что какая-то неизвестная компания с неизвестной акцией и с неизвестными спонсорами никогда не заплатит нам 75 тысяч рублей за 2 минуты нашего времени, за то, что мы ответили на несколько вопросов. Все это является лохотроном, а также заманиловкой доверчивых людей.
Здесь вы просто потратите свои деньги, а заработать что-либо никогда не удастся. Этот сайт является мошенническим и создан только в мошеннических целях. Поэтому я вам категорически не рекомендую посещать данный сайт и что-либо на нем оплачивать. Поэтому держитесь от него подальше. А с вами была Соколова Анна, проект Elite Info Biz. Всем пока!